Да не надо нам прямой эфир. Мы и так прямой эфир вечный. В общем, я сегодня хотела вам показать мою новую колоду. Я купила сегодня новую колоду метафорических карт, которая называется «Неизведанные тропы». Я очень люблю применять метафорические карты в работе с клиентами, потому что это море эмоций, это море позитива, это новый взгляд на вашу ситуацию. Вы можете нового узнать много о себе, о своем внутреннем мире, о своем подсознании. Также я иногда с детьми работаю. И метафорические карты тоже помогают найти общий язык со всеми. Мы сегодня с Ниной будем немножечко покажем вам, вернее, процесс работы с метафорическими картами. Да, Нина? Ой, Нина тоже любит работать с картами, мы иногда работаем вместе. Да. Ну, в смысле, я уже их в жизни. В жизни, потому что тоже помогает лучше понять друг друга. Я их уже перемешала. Давай наугад возьмем. Сразу скажу, что это не гадание, это не таро, это игротерапия в психологии. Почему-то вот это мне все время попадает, девочка с яблоками. Потому что надо по-другому. Все, Нина тоже будущий психолог. Вот берет карты сама. Сейчас будет у меня, наверное, вопрос спрашивать, задавать. Окей, выпала какая-то? Давай какая-то покажем. Какая-то лизда чего? То есть мы будем вот эту, да? Тут... Мне кажется, здесь еще времена года есть. Так, вот чуть-чуть. Нина. А вот второе время года. Ну, придется тебе, давай уже на этой... Давай еще вот эту покажу. Они все такие красивые, хочется долго рассматривать, изучать. Какие это? У нее кудряхи. Кудри. Кудрявая девушка, да? Кудри. И что она делает? Что-то она держит. Что она там делает? Шар. Держит шар. А что вам там внутри шара? Смотри. Мне сначала показалось, что там церковь, но, по-моему, там свечи. Причем каждый видит что-то свое, и правильных ответов нет. То, что вы видите, значит, то и правильно. А ты, Нина, что видишь внутри этого шара? Я изначально увидела людей. Людей? Пару. Пару? Нина увидела там людей. А их специально так делают, чтобы было непонятно, что там. Каждый что-то свое видит. И что это за пара людей? Смотри, картинка яркая. Картинка яркая. И есть тут два в ряд. Либо это то, что строит вокруг себя нарцисс, либо эта пара любит себя очень сильно. Более сильно, чем надо. А при чем здесь нарцисс? При том, что снаружи такой же делает вид. То есть там пара людей в шаре. Это может быть как-то связано с твоей жизнью? У тебя же есть лучший друг. Причем единственный. Это может быть твой лучший друг и ты в этом шаре? Может быть. Может быть, да? А как ты думаешь, у них все хорошо в их дружбе? Я же сказала. Еще раз повтори, пожалуйста. Если нарцисс, то тогда это картинка, которая показывает, что он, какой вид он делает вокруг себя. А если это не нарцисс, то это показывает, какую любовь они имеют друг к другу, как яркую и добрую, понятно? Но он же не нарцисс, значит, у них добрая любовь. Нет, если мы... Ну, в смысле, любовь такая меня детская. Дружба. Дружба. У них прекрасная дружба, все хорошо, да? И они вот в этом шаре гармонично дружат.
А еще что ты увидела на этой картинке? Ну слушай, если не заметить вот эту вот штуку, то может показаться, что это гадалка. Это какая-то гадалка? Если бы вот эта картинка шар держала, то тогда да, было бы похоже на гадалку. А в каком она настроении, как ты думаешь? Вот на этой карточке вот девушка. Ну тут, знаете, если смотреть посередине, то непонятно. Не передать. Короче, если смотришь на нее вот так, то кажется, будто бы у нее хорошее лицо. А если смотришь вот так, то кажется, будто бы она грустная. Потому что... Грустная, мне кажется, потому что она чуть-чуть приболела. Да? Нет, мне кажется... это игра вида. Если мы смотрим вот так, то иллюзия делает, то она выстраивается вот так. Если мы смотрим вот так, то она складывается вот так. Если ее перевернуть, то как будто она не грустная. Это уже какой-то хорек. Вместо лица. У меня тоже такое ощущение, что это как будто хорек. А если так, то девушка. Не, ребят, я должна это показать. Смотрите, я же не одна, если переверну, то вижу хорька. Да, да, да. Ну вот. Но они вообще, кстати, не все чуть-чуть лапки животных. Тут. На этих ласки, ротик. Вот есть, например, такая с медведем. Ну какой мы вывод с тобой? Давай сделаем из этой карты, мы уже ее 7 минут рассматриваем. Что ты здесь увидела вашу дружбу с Лешей, и вам хорошо друг с другом, и... Единственное, что тебе почему-то грустно, но мне кажется, потому что ты в последнее время чуть-чуть приболела. Да? То есть каждый говорит о своем, о том, что его волнует. И можно так что-то интересное для себя открыть на самом деле. Я вас приглашаю на личные консультации. Мой телефон в описании видео. Буду рада с вами поработать. А на сегодня, наверное, все. Всем пока-пока.